Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик акций. Ну, не совсем утренний. Уже полчаса прошло, пока доехал. В общем, смотрим, что у нас интересного есть. Должно быть сегодня интересное накопление. Сегодня что, у нас среда. Супер накопление выбило. Я надеюсь, сейчас зайдем без проблем. Да-да-да. Так, с 1 плюс 1. Surprise pack. Окей. Огни. О, открылись. Открылись наконец-таки. Фонарики. Вот такие вот фонарики с новыми героями. Давайте посмотрим, что тут у них поменялось, не поменялось. Ну, вроде все то же самое. Без изменений. Сейчас посмотрим на награды. То же самое. Тут вроде то же самое было. Так, тут у нас мастер рун, 3 карты, 10 монеток. Ну, такое. Зефир целый, вот это неплохо. Как вариант, найм 10. Ну, найм на английском сервере не очень. Новые итемы, 11 сумки добавили, 100 пыльцы. Так, а тут у нас 7 осколков нового героя. Ну, я не знаю, за что просить 7 осколков. 50 механоида, 25 и 166. В общем, такие вот фонарики у нас новые. Ну, такое себе, знаете. Ну, в принципе, это халява, то, что один раз задонил, и ты потом получаешь это бесплатно. Так, Grown Gifts. Чарующие изменения. Поехали сюда. Дискаунт. Эмблемка. Это похерить скорость атаки. 15 сундуков за самоцветы. Ну, тоже такое себе. Ракушка. 2 карты. 15 сумок на лисицу. Лям 500 кулаков. Так, окей. Островок опять открыли. Больше ничего такого интересного нет. Так, смотрим здесь. Маг за полпака. 100 осколков. Скины плюс берс. Большой пак вообще ни о чем, честно говоря. Только единственные монетки. Ну, мастер рун за 20-ку. Сундучки 50. Ну, такое. Так, все прайс паки смотрим. Ничего интересного. 50 осколков новой героини. Тоже такое себе. 20. Тоже нифига пыльца. Так, а что у нас по аккумуляции? По аккумуляции вот так вот. Фоба этот, Зефир, Огник, Барт. Ну, я не знаю, для тех, кто любит делать задания, я уже показывал, как. Это реально обалденная тема. Неплохо. Механоид. 240 пыльцы, 75к самоцветов. Ну, это реально, вот это вот 10 карт донатных, это реально крутое накопление, я вам скажу. Даже очень крутое. Так, а тут у нас еще на трату, наборы снабжения. Ну, такие себе наборы, 29к за это отдавать смысла нет. За 11 там тоже ни о чем. За 5, я по сравнению с другими серваками, это вообще говно. Но вот этот вот набор, действительно крутой. Барт. Огник, Зефир, скины, нормально самоцветов. Тут получается сколько у нас? 8000, 80к гемов сверху, плюс механоид, плюс пыльца. А что под него интересного есть? Прайс паки, они 1 плюс 1 считаются. По сюрприз пакам тоже ничего такого. Но вот этот пак вообще бессмысленный. А тут еще куда ни шло, 800 пыльцы. Дарк мах. Ну, карт донатных, конечно, дофигища. Такс. Хорошо, ну, вот такие вот
У нас фонарики. Не знаю. Но есть шансы еще дополнительно там выиграть бонусные призы. А, кстати, ну-ка, сейчас мы посмотрим. Еще бы по дополнительных призах. Но, судя по всему, эти герои плюс 30к. Да. Один из двух героев или 30к. Ну, неплохо. Но накопление реально космическое. Как по мне, реально накопление сегодня классное. Так, поехали. Дальше посмотрим, что у нас следующее там есть. Так, хватайка на русском сервере. Вот так вот. Поехали, хватанем. Посмотрим, что интересного на ру. 5 жетонов. Нифига себе, целых 5. Что не 30, блин? Хотя бы 20 для донатных карт. Реально было бы кайфово. Пакет крутой. Один от небольшого. Не, на русском ничего пока нету. Магазин скидок. Ни о чем, парящий тоже открылся. Дерево открылось на русском сервере. Ну, такое себе. Ну, хоть карта донатная, то есть это тоже плюс своего рода. Ну, конечно, по сравнению с деревом, которое я вам вчера показывал, это ни о чем. Так. Остальное все фигня. Что по рынку? По рынку, наверное, нет. Что-то есть. Крутой набор. Ну, на русском пыль, кстати, нормально. 700. Дешевле намного. Накопление. Конечно, такое себе. Ну, тоже 4 донатных карты. Но по самоцветах, если сравнивать накопление, сколько ты на английском сервере получишь, то это ни о чем. Такс. Поехали дальше, поехали. Немку чекнем, может там что-то поменялось еще. Ну, не знаю. Сейчас выгодно, конечно, на английском сервере дротить, потому что накопление крутое. Для бездоната там реально кайф, можно получить сразу же барда, огника и зефира на халяву. Так, альфа-самец. О! О! Хватайка. А, это вчерашнее. Думал, новое что-то еще раз. Еще раз дадут, хренушки. Догнали, еще раз дадут. Так, тут нифига нету. Так, забрать. И сейчас мы опять заберем осколки на Мэри. Вот где мне нравится Мэри собирать. Реально кайф. Смотрите, плюс 6 осколков. Считайте, плюс один день сразу же. Копилочку. Круто. Реально круто. Так, что по рынку у нас? Маркет. Ну, тут все то же самое. Такс. Такс, Рекс Факс Пэкс. Ну, с этим разобрались. В общем, поехали дальше. А куда дальше? Дальше у нас некуда бежать. Тайвань, ну, Тайвань вряд ли что-то есть. На АЭСе, я думаю, тоже ничего не изменилось. Зайду чекну. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, залетайте на стримцы. Они у вас фактически ежедневно. Такс. Чекнем, что на Тайване интересного есть. Блин, надо начать качать силу. Батю догонять. Такс. Ну, на Тайване все то же самое.
Тайвань самый дорогой сервер, даже по сравнению с английским. Так, что у нас тут? Понятно. Тут понятно. Остров есть. Коллекционер. Ну тут классный коллекционер. Да есть возможность так арки. Ну на других серверах как по-другому можно получить. И фонтан обалденный. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты. Всем удачи. Всем пока.